Значит, один высокопоставленный гражданин решил добиться того, чтобы вместе с местными выборами у нас прошли в 6-7 одномандатных округах досрочные парламентские выборы. В обмен на безопасность Мельника, чтобы его не рвали на части, вместе с другими участниками кражи миллиардов, сделали предложение по-тихому уйти. Объясняю вам, почему в 6-7 и почему нужно еще 6 планхишей. Сегодняшнему большинству добавилось еще достаточное количество голосов, чтобы было конституционное большинство, для того, чтобы отменить выборы президента. Меня, с одной стороны, радует, потому что то, что будут досрочные парламентские выборы по одномандатным округам, но мне не нравится то, что мы начинаем не сильно отличаться от тех, которые ушли.